Всем привет, Кобеляцкий район. Вот приехали, ловушка стоит. Вот поменяли коврик. Вот что было, все залеплено. Мотылек взлетает прямо с кукурузы. К сожалению, яйцекладки опять единичные, холодные ночи. Самки откладывать не будут, поэтому ждем потепления. Надеемся, что массовая яйцекладка пойдет и будем работать. А вот вы возле машины, вот смотрите, 10 минут. И вот улов. Мотылька много. Несмотря на то, что сильный ветер, видите, как деревья колышет и кукурузу как ложит. Мотылька очень много в кукурузе. Вот, смотрите, насколько. Вот при таком ветре за 10 минут удалось поймать вот столько мотылька. Его достаточно много, но яйцекладки пока единичные. Нашел две штуки. Одну присохшую, одну свежую. Все, сейчас поедем на другое поле. Вот ситуация по Кобеляцкому району. Я думаю, в этом году мы так очень точно приблизились к началу массовой яйцекладки. Этих заберем домой, посмотрим, отложат ли они нам яйца. Вот такая ситуация. Всем пока.